Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора говорящего тома «Бег героев». Получается, было задание такое эпическое, да, открыть 10 сундуков, а за это мы получим 20 билетиков. Я, в принципе, уже сундуки все пооткрывал, остался вот один буквально мне. Как раз это дело я делаю, открываю, и 2 билетика еще из сундука получаю. Все, идем за своими билетиками. И потом на выручку Бену. А мы уже все почти сделали. А в этой локации, вот чтобы его спасти, не хватило в прошлый раз у меня всего лишь на одно улучшение денежек. Как видите, это я исправил. Очищаем последнее самое здание. Вот это вот такое. Нефть, крышу ремонтируем. И все, спешим на помощь. За нашим последним другом, да? А ну а здесь Джинджера нет, но Джинджера, наверное, пока не предвидится. Ну что ж, Том, давай. Покажи, что ты можешь. Ой, ой, как сложно. Нужно сразу немного привыкнуть к этому режиму такому быстрому. Ой, ой-ой-ой. Так, все. Надо немного тебе там по носику настучать или по двигателям, чтобы ты не так быстро летал. Чтобы ты не так быстро. А тебе все делали так, ну вот правильно вы подметили, что если это делать на телефоне, можно там 3-4 руками, в смысле пальцами, и это быстро происходит. А вот если я играю на эмуляторе, на компьютере, то, конечно же, мне тяжело одной кнопкой мыши быстро его победить. Ну ничего. Я люблю сложности. Чем сложнее победить, тем больше опыта получаешь, да? Так, ну я его, по идее, за 5 забегов должен. Может быть, даже за 6, не знаю, как получится. Как у Тома будет настроение? Том, готов? За 5 попыток его победить. Или за 6. Как на кубиках раньше. Выиграть их до 5 или 6. Если выпадает 5 или 6, ты получаешь какой-то бонус там. Если выпадает другое число, ты проигрываешь. Так, давай. Я думаю, я справлюсь за 5. Все-таки я думаю, справлюсь. Потерпи еще, наш друг. Уже совсем скоро. Как раз енотиков подобьем на сундучок, потому что у меня сундучки уже закончились. Нечего больше открывать. Так, погнали. Нужно постараться. Ага. Открывай. Да, еще один раз, и все. И Бен спасен. Как он вообще может летать, если мы его там уже так оглушили, он там весь с птичками над головой летал. А здесь такой улыбается, да? Вот сейчас же. Посмотрим, он там весь такой доходяга. Да, он там уже все даже не сопротивляется. И все, получилось. Привет, дружище, дай 5. Получай наклейку. Становись супергероем Беном. Ой. Так, и куда мы отправляемся? В арктическое это измерение, да? Здорово. Так, это мы продолжаем, получается, наш бег, да, вот у нас было 123 тысячи. Как раз есть шанс побить рекорд. И у меня, кстати, там много кристаллов, поэтому мы перейдем к следующей локации, и там можно будет восстановить кучу. Кучу большую строений. А я ж могу сделать потом... Ускорение. Зачем мне это все, да? Я пока сдаюсь. Я хочу вот сюда зайти и перейти к новой части. Это у нас был Египет. А сейчас куда это мы прилетели? Даже не знаю куда. Так, давайте. Там статуя какая-то. Какой-то король. Король Бен или кто? Давайте сразу ее очистим.
А вулкан там, ух ты, разрисован, да? Замотан. Так, есть первый этап. Дальше, еще один. Там летающая тарелка упала. Ого! Среди нас что, инопланетяне есть? Красиво, с вулкана там магма течет. Такой небольшое озерцо с магмой. Так, вот там мы все отремонтировали. Очистили. Нет, не все. Но вот сейчас точно прогоним этого енота. Как раз, я думал, у меня там хватит намного, а кристаллов оказалось, их хватило только на одну вот эту вот часть полностью очистить, да? Вот кто он такой? Это Бен или не Бен? Так, ну и сейчас совсем немного денежек есть. Можно очистить там. Что мы можем очистить? Ух ты, смотрите. Такого здорового побили. Сейчас побежит жаловаться мамочке. Так, ну и еще вот у меня есть 30 тысяч, поэтому... Вот так вот мы этот контейнер очищаем. Там посадили новые елочки. Здорово, уже довольно-таки много, 6 частей мы здесь восстановили. Так, это все хорошо, но меня ждет о том, что есть билетики. Я могу купить ультрасундук. 10 тысяч монет, 60 кристаллов и еще 10 карточек. О, вот плащ. Это чей плащ с энергией? Ха, прикольно. Это еще один для Тома, что ли, для кого-то? Ладно, разберемся. А давайте пока поставим рекорд Беном. Ну что ж, поехали. Новая локация, новый персонаж. Я со старта возьму ускорись вот так вот. И бонус плюс 10 сделаю. Все, погнали. Как раз вот как я сдался, когда мне было там 140 там или сколько тысяч. Чтоб не было обидно. Я продолжу, грубо говоря, с того же места, да? Плюс улучшение там сделал, плюс 10-кратный бонус к очкам. Так что я думаю, рекорд поставить вообще не проблема будет. Тем более, в прошлый раз я уже на этой снежной локации, по-моему, бегал. Она мне, не знаю почему, очень даже понравилась. Ой! Как-то я не понял, что он взлетит сразу. Теперь от меня уже не уйдешь. Ой, блин! Второй раз не нажал в сторону. Ой, монетки остались сверху. И прыжок. Там, кстати, еще задания у нас были ежедневные. Но, наверное, сегодня я их как-то не выполню, скорее всего. Посмотрю, сколько я пробегаю здесь. Сколько это все время займет. Потому что мы сегодня спасали Бена. Было не до ежедневных заданий. Так, кристаллик, ой. Не помню откуда, с какой игры, но мне вот хотелось этот кристалл почему-то вот именно взять. Хорошо, что я этот первый кристалл не взял. Так бы влетело мне. Причем в последний момент я его от него, скажем так, отказался. Думал, и класс, сейчас кристалл возьму. Так, 300 тысяч очков. Отлично. Вот так. Супер. И еще разок. А я не помню, сколько там у меня же рекорд был. То ли 400 с чем-то, то ли 500 тысяч. Так, лучше я возьму магнитик, чем енотика. Опа, здоровяк. Потанцуем. Плохой из тебя танцор вышел. Ой. Еще плохо. О, уже рекорд. Так я даже до 400 тысяч не добежал, да? В прошлый раз. Вот сейчас я это исправлю. Уже почти 400. Ой. Сразу врезался, даже не специально. Давайте до 500 добегу.
И, кстати, я вот говорил, что в последнее время часто попадаются вот эти вот вещи для супергеройские новые, да? То есть было чуть ли не там подряд там штук, не знаю, там за 5 дней 5 вещей. То вот теперь за сколько времени мне, по-моему, всего одна вещь попалась. То есть опять как-то прикрутили этот шанс. Если я до этого костюм Тома собрал быстро, то вот теперь никакие новые вещи собрать не могу почему-то. То густо, то пусто, как говорится. Шанс выпадения этих вещей. Ой, мешочек пропустил. Так. О, есть 500 уже, да? Хватит. Хватит снять. Тем более, что Бен уставший после плена. Нужно дать ему отдохнуть. Рекорд, ура! Куча сундучков. Раз, два, и все. Ну ладно, пускай будет. А к следующему обзору постараюсь опять накопить билетиков. Посмотрим, что там будут за задания. А, используя подъемный кран 3 раза. Получил бы 4 билетика. Ну ладно, это я уже сам потом сделаю. А с вами на сегодня прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Наконец-то наши герои все в 5 вместе. Пока-пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами.